Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вас приветствует спортивный магазин «Белавива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Вашему вниманию сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от торговой марки VNC. Модель называется Fast Rider A9. Это, можно сказать, топовая модель в найнерах у торговой марки VNC. Велосипед имеет алюминиевую раму, размер колеса 29 дюймов. Fast Rider от того и называется Fast, быстрый. 29 дюймов размер колеса. Колеса передач от велосипеда 3x9, колеса 29 дюймов и гидравлическая система тормозов. Более детально хочется сказать следующее. Покрышка идет с ярко выраженным протектором для горной езды, но частота шипов позволяет уверенно, тихо ехать по асфальту. То есть надежная, хорошая покрышка для универсальной езды по городу и по пересеченной местности. Вилка здесь идет от торговой марки Santur с ходом 100 мм. Тормозная система гидравлическая от торговой марки Shimano. Это тоже очень надежный уровень торможения. Вилка Santur с ходом 100 мм и двойной регулировкой. Есть регулировка жесткости, можно изменять степень жесткости пружины и есть возможность блокировать ход самой вилки. Монетка причем вынесена при этом на руль. Это комфортно при езде, потому что не надо останавливаться в процессе езды. Сразу можно включать и выключать работу амортизации передней вилки. Велосипед комплектуется моноблоками от торговой марки Shimano. 3x9, слева 3 и тормоз, монетка совмещена. Справа монетка совмещена с тормозом также. 9-скоростная, с правой стороны. Велосипед имеет полуинтегрированные подшипники в рулевой, тем самым здесь очень усиленный узел. Это надежность, это комфорт, это долговечность самого велосипеда. При описании также хочется акцентировать на ручки. Ручки имеют замки, тем самым вы не будете проворачивать грипсы. Эти замки по бокам металлические, затягивают, тем самым ручки очень надежный комфорт. Это новшество 2019 года торговой марки VNC. Рама алюминиевая, легкая. И шатуны здесь также алюминиевые, легкие, которые имеют съемные звезды. Съемные звезды — это говорит о надежности самого узла. Если какие-то вопросы возникают, не надо все менять сразу, просто можно поменять одну звезду. В каретке стоит картриджный, здесь промподшипники. Спереди стоит переключатель Altus с верхней подводкой троса на 3 скорости. Это нормальный, хороший переключатель. Сзади уже стоит Оливия 400 на 9-скоростную кассету. Сзади стоит втулка Куанда, что дает возможность надежно говорить о самом узле. Куанда делает хорошие вещи. Ниппер здесь у велосипедный, автомобильный, как некоторые говорят. Камера с нормальным стандартным толстым ниппелем легко подкачать можно на любой автостанции, любому автолюбителю. Также обод здесь двойной, дабл вол, как мы видим, и спицы из нержавеющей стали. Ну и немаловажно стоит отметить то, что подседельная труба легко регулируется при помощи легкосъемного эксцентрика. Педали здесь пластиковые, а седло уже крутое, классное, с отверстием. Здесь место, где снимается избыточное давление паховой области. Само седло комфортное, на нем легко и удобно ездить. Также стоит отметить, что в данных седлах есть фишка, которую немногие используют. Вот сюда можно вставлять маячок. Это специальный такое место, куда вставляются мигалки. Это специальные мигалки для велосипеда. Ну, найти можно всегда в хорошем магазине. А наш киевский спортивный магазин хороший. Наш магазин «Белавива» делает много хороших пропозиций, предложений. Не только мы продаем велосипеды, но и аксессуары. Если захотите сюда найти мигалочку, мы вам предложим. А если вас заинтересовал данный видеообзор, пишите нам, оставляйте отзывы, подписывайтесь на наши видеообзоры. Если будете оставлять отзывы, мы всегда вам готовы сделать дополнительные скидки. До скорых встреч!